Ой, действительно чувствовала. А когда отдали щенка, поела тут? Да. Может, она все-таки наоборот жала, потому что у них очень зубы очень острые. И сам щенок, вот эти все бегали, а он сидел, понимаешь, целый день. Чувствовал. У меня были щенки где-то лет 8 назад. Мои знакомые попросили выбрать кобелечка. Я поехала, выбрала и отложила его. Они приехали, уже знали, какой щенок там был ошейничек, подошли ко всем щенкам, и именно этот встал и пошел к ним. Вот так. Ничего себе. Ты да. Выбрала, а он сам встал и пошел. Да. Смотри, как он торчат. Да. И вот он. А у лохматых мечет.